Так, короче, как вообще танковать на 2.7.9? И что вообще делать против 2.7.9, да? Смотрите, если 2.7.9 против вас стоит вот условно вот так, да? Вот просто перед вами стоит. Вы играете на каком-то танке уровня 2.7.9, если вы играете на каком-то танке уровня 2.7.9, вам нужно стрелять просто в ЛД, потому что вы сверху вниз спокойно сможете его вот сюда пробивать. Ну, смотря еще от какой дистанции это зависит. Если дистанция где-то 100 метров, вам будет очень сложно, поэтому пытайтесь просто выцелить башенку, если у вас слабое пробитие. Или кинуть вот сюда в стык. Вот в этот стык он тоже пробивается, но сюда сложно попасть, если вы на одном уровне играете. Если ты играешь на танке, у которого, ну, к примеру, Е100. Е100 просто берет его в ЛД, пробивает спокойно, потому что у него кумулятив очень сильный, и тем более он высокий. То есть нужно балансировать между пробитием, и нужно балансировать между высотой и пробитием твоего танка. И вот так вот как раз-таки и нагибается 2.7.9. А на 2.7.9 как танковать? Ну, на 2.7.9 нужно постоянно создавать угол, стараться докручивать, перекручивать. Это во-первых. А во-вторых, нужно постоянно искать эти возвышенности, да, на которых можно играть. Ну, то есть всякие рельефы, насыпи и так далее. Бомба.